Всем привет, с вами Юрок, новая рубрика «Разоблачение читера». Надеюсь, вы поможете его забанить, поставить много лайков, комментариев, чтобы видео было в топе. Разберем фрагмент, карта лес, у нас топовая М-ка, синий каска, синий броник. В общем, мы делаем квест, убиваем ботов. Услышал гранату, понимаю, что это вроде как за деревней, но звуки обманывают довольно часто, поэтому осматриваю все вокруг. Логика какая? Поскольку кто-то кому-то бросает гранату, явно не мне, то есть там идет заруба, я решил сместиться на снайперскую позицию, но перед этим ее нужно проверить, потому что могут ее уже занять до меня. И, естественно, стараясь сильно не шуметь, иду, всматриваюсь, основную дорогу просмотрел. Вот эти все места здесь могут сидеть в кустах или на камнях снайпера. Поэтому я решил проверить. И если никого, то буду уже снайперить я. В итоге никого не замечаю. И тут ловлю довольно-таки шальные пули. Лечусь и сразу убегаю. Вот уже только по вот этим выстрелам я подозреваю парня, что он скорее всего читак. Казалось бы, да? Но я думаю... Простой бы какой бы игрок, новичок, он бы не подозревал его. Дешевые патроны, но много факторов. Во-первых, я делал большой круг, меня он не мог слышать. Он стрелял довольно с большой дистанции. Сейчас отдача большая, он отстрелялся точно. Он попал сколько на... Все пули, которые он выбросил, все попали. Чувствуется, что манера стрельбы очень похожа на отступников, на рейдеров. Они также стреляют. Поверьте, честному игроку также стрелять невозможно, поэтому я максимально далеко убежал. Есть еще сомнения, вдруг это честный игрок, может там как-то... Ну, бывает такое, пули все залетели. Поэтому я смотрю свою старую позицию. Если он честный игрок, он пойдет искать меня, проверять. И если он там, то я его могу увидеть, если хорошо отстреляюсь, убить. Понимаю, что, скорее всего, это все-таки читерок, поэтому я пытаюсь отбежать подальше. Думаю, что у меня выход здесь, рядом. Поэтому я иду на выход. Проверяю выход и смотрю, блин, у меня выход на окраине. Также ЗБ-14. То есть я совсем с другой стороны. Думал отличить, живот зашить. Слышу бег, понимаю, что парень уже близко. И мои опасения, что это читак, только усилились, потому что я сделал мега полукруг большой. Он не мог знать, где я. Да, может быть, случайность. Он сюда просто пришел, не знаю, там, тайник полутать, ботов подстрелять. Но все равно это очень странно. Я отдаляюсь, слышу, что он приближается. Он меня слышит. Понимаю, что если я буду убегать, у него позиция выше, лучше. Он меня просто в спину убьет. Поэтому я бросаю гранату, слышу ответное. Заметьте, как точно он бросил гранату. Граната буквально упала практически мне под ноги. Только за счет того, что здесь гора, она скатилась ниже. Плюс я стрейфом ушел, убежал точнее. Если бы я стоял, я бы умер. Вот сейчас я увидел какой-то пиксель. Начал префить через траву. Но походу ошибся. Ну, поскольку это читак, я понимаю, что честно его не перестрелять, нужно стрелять через траву. Ну, короче, нужно на звук стрелять наперед. Также нужно делать и против хороших игроков. Да, в принципе, в любой ситуации, если вы уверены в звуках. Короче, если вы правильно поняли, где парень, то можно его убить префом. Еще одна граната. Я понимаю, что есть шанс убежать. Пытаюсь это сделать. Но, к сожалению, у меня давно уже выбит живот. Заканчивается еда-вода. Энергия, короче. Без еды, напомню, для тех, кто не сильно опытный, вы не сможете бегать, потому что не восстанавливается стамина. Опять же, я убегаю очень далеко. Скорее всего, честный игрок не стал бы меня так далеко просить, потому что сам может попасть на засаду ответную. Ведь карта большая, много кустов, и вы теряете звук. То есть у парня есть радар. Пока есть время, я решил зашиться. Но увидела, что энергии ноль, я не могу бегать, приходится кушать сгущенку. Обратите внимание, я довольно долго здесь лечусь, кушаю. Решаю убежать.
все это время он меня держал на мушке, то есть он знал, где я, просто сидел за деревом. К сожалению, стреляя в землю, чуть выше подполз, но все равно кушает текстуры. Три кровотечения, перезарядка сначала, и заю загустил, останавливаю кровотечение, слышу, что он меня пушит, поэтому решаю, что нужно давать бой, я уже не убегу никак. По прыжкам, по кустам понимаю, что он планирует запрыгнуть на скалу, потому целюсь туда. Стрелялся вроде неплохо, но попал в руку. Какие-то парень с короной, если вы подозреваете, как я, что он читер, то обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, чтобы вывести видео в топ и забанить этого читараста. А на этом все. Всем пока.